Всем привет! Здесь мы собираем конструкторы от Lemma Toys, и сегодня соберем грузовик-пикап. В набор входит клей, наждачка, 223 детали конструктора и подробная инструкция. Для удобства каждая деталь в плашке пронумерована. А вспомогательным инструментом мы легко достанем маленькие и тонкие детали из плашки. Для таких неровностей используем наждачку. Обращаем внимание на расположение деталей. Клей не должен попасть в круглое отверстие. Обращаем внимание на расположение деталей. Обращаем внимание на расположение рисунка.
переворачиваем. И то же самое повторяем со второй стороной. Это деталь с отметкой. Второе крыло собираем зеркально. Обращаем внимание на расположение деталей.
другой стороны делаем то же самое. Обращаем внимание на отличия и расположение деталей. Те детальки, что поменьше, для передних колес, а те, что побольше, для задних. Для ровной склейки колес используем одну из осей. Остальные колеса склеиваем по аналогии. Короткая ось для передних колес, длинная для задних.
Готово! У собранной модели вращаются колеса, открываются дверцы кабины, капот и задний борт, а также подвеска с амортизацией. Чтобы посмотреть или заказать этот и другие конструкторы, переходите по ссылкам в описании. Подписывайтесь на канал и соцсети LeMotoys. Пока-пока!